Мистер полицейский, за что вы меня посадили в тюрьму? Ты опоздала в школу! Но я ведь опоздала всего на 5 минут! Правило есть правило! И сколько же мне сидеть теперь в тюрьме? 94 563 дня! Что? Ребята, посмотрите, где я теперь в тюрьме и стою сейчас за решеткой. То есть, ребят, видите? Я, конечно, в шоке. Меня посадили в тюрьму на 94 563 дня всего лишь из-за того, что я опоздала в школу на 5 минут. Представляете, все как у нас строго. Вот, сколько осталось день до освобождения. И тут как раз-таки написано 94 563 дня. Ребята, ну я столько здесь не продержусь. Ну серьезно, видите? Это тоже, наверное, опоздал в школу. А чего ты сидишь тут в тюрьме? Из-за того, что я получил 3 двойки, а меня тут сюда посадили навсегда. Навсегда за 3 двойки? Ребята, ну конечно, капец. О, а что здесь написано? А, извините, как-то уровень 15? Или ты будешь злым? В общем, какая-то неважная вещь. Так, вот смотрите, какие тут туалеты. Видите, какие огромные. Я сюда даже не влезаю. Потом это вот наши вот такие вот кровати. Ну да. О, написано сюда. Так, передвиньте подозрительно перемещенный кусок сыра. Ну да, кусок сыра как-то тут странно стоит, вам так не кажется? Ну, я думаю, что здесь не должен стоять кусок сыра. Давайте мы с вами его отодвинем. И... О, ребята, посмотрите! Тут у нас выход! Ура! Ребят, мы с вами сбежали. Да пока что нет. О, нет, я уже вижу мистера полицейского! Так, а что это за газета, ребят? Местный учитель стал полицейским! Что, ребята? То есть местный учитель мистер Стинки, после того, как он уходит со школы, он идет в полицию. У мистера Стинки реальное имя Говард. О боже мой, ребят, что тут в газетах пишут? О нет, ребят, вы помните нашего учителя мистера Вонючку? Это что, он? Он стал полицейским, ребят, я не могу в это поверить. Я реально не могу в это поверить. Ладно, нажимаем на кнопку. И смотрите, открываются вот эти ворота. И тут как раз таки... мистер полицейский! А, иди сюда! Ты что, хочешь еще сбежать с полицейского участка, с тюрьмы? А, у тебя не получится! Получится у меня все! А успеешь вписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1! Молодец! Да, конечно, мистер Вонючка меня просто не верит, ребят! Вы видели просто, как он меня поймал? Так, а что мне делать-то? А, мне нужно идти туда. Легче легкого, ребят. Ну что здесь может быть еще? Так, и как тут пройти? Ладно, хорошо, ребят. Значит, о, так смотрите, тут у нас есть кнопка. Так, да, давайте с вами нажмем на эту кнопку. А, так здесь можно пройти. Видите, как легко все? Вот и все, я... А, нет, нужно еще сюда пойти. Хорошо. Ребят, поднимаемся вот сюда. Ну все, пока-пока, мистер полицейский. И я теперь уверена, что он меня никак не поймает. Хоть он за мной... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было близко, ребят. Фуф. Я-то подумала, что меня сейчас этот полицейский поймает. Но, ребят, я успела убежать от него. Так, все, отлично. Ребят, посмотрите, что тут так вентиляция воняет. Ребят, смотрите, вонючие носки, вонючий сыр, опять вонючие носки. Потом бобы какие-то вонючие. Вообще непонятно, что тут происходит. Ну да ладно. О, ребята, подождите. Вот, кстати, я думала про вентиляцию, это то, что там вот как раз не был. А мистер Вонючка, он, знаете, раскидал везде еду. И, ребят, посмотрите на эту каменную статую. Это же мистер полицейский! Видите, его глаз за нами смотрит! То есть что, эта статуя живая? Ребят, я не могу в это поверить! Смотрите, тут у нас есть вот такая вот стрелочка, которая показывает сюда, поэтому давайте мы с вами на нее нажмем. Ой, смотрите, теперь мы просто должны это пройти! Воу, ребят, посмотрите, внизу как раз и тут лава! Я уверена, что там нужно... Ну, как бы я не хочу в лаву упасть! Посмотрите на этого мишку! Ну так, ребят, посмотрите, у него один глаз, и он за нами следит!
Блин, ребят, вы бы хотели бы себе такую игрушку? Я бы себе бы не хотела такую игрушку, потому что тогда вы представляете, эта бы игрушка за мной бы просто следила все время. Да, ребят, конечно. О, посмотрите, а это уже мистер Вонючка, то есть это уже не мистер полицейский, а мистер Вонючка. О, тут вентилятор, который, знаете, нам мешает пройти, хотя, ребят, это очень легко, поэтому давайте мы с вами просто вот так пройдем. Потом, вот, смотрите, батуты, ребят, батуты я люблю батуты, особенно в таких уровнях. То есть, ну, не знаю, это забавно, на самом деле. Так, вот так, проходим. Ребята, что здесь делают машины? И какой-то танк. Так, а это что? Оу, ребята, посмотрите, что тут за уровень. Нам нужно тут пройти сквозь эти лазеры. Ну, знаете, я сделаю все, чтобы не быть больше в тюрьме. Потому что, ну, я не хочу быть 94563 дня только из-за опоздания. О, ребят, посмотрите. Тут что-то тоже есть. Местный герой спасает детский сад от гигантского ребенка. И это что? А, ребят, так это ж я садик спасала, видите, я попала в газету. Видите, я попала в местную газету, то есть получается о том, то, что я спасла детский сад от гигантского ребенка. Блин, ребят, это, конечно, очень круто. Блин, представляете, попасть в новости, это же так классно. Что здесь делают три мистера полицейского? Да, ребят, я, конечно, в шоке. Так, а тут что? А, тут показано то, что в первой линии с тремя мистерами полицейскими, то, что у них у всех разные очки, а во второй линии то, что у всех одинаковые. Так, у них сейчас все разные, поэтому давайте мы сделаем все красные. Так, все красные очки, все! И видите? Так, сегодняшнее меню вонючее сырное рагу подается с вонючими носками, что... Ребята, ну вот посмотрите, если бы я бы сидела 94563 дня, я бы, наверное, бы ела каждый день вонючее сырное рагу, которое подается с вонючими носками, представляете? Ребята, это же сумасшедшая тюрьма. Да я, блин, от этого питания, я не знаю, что со мной станет. Ты что, там про мое питание сказала? Нет, нет, мне ваше питание очень нравится. А ну-ка, иди сюда, сейчас я тебя буду подавать с вонючими носками. Ага, еще он меня собрался подавать с вонючими носками. Нет-нет, такого и быть не может, ребят, смотрите. А тут, кстати, вот такой котел, ну не котел, а точнее вот эта вот штука. И получается, там как раз варится вот это вот, что-то там, вонючий сыр, там и так далее. Воу, нет, конечно, это было сложно убежать от этого странного повара. Потому что, ну, вы видели все сами. А это что, ребят, за сыр? Это что за сыр, ребят? О, смотрите, тут типа гроза. О, ребят, вы видели? В меня только что попала молния, и я стала супер быстрой. Ой, ребята, вы меня видели? Я, конечно, в шоке. О, ребята, мы же можем по уровню просто ходить. Можем тут просто это... Я тут познаю мир. А почему тут... Эй, эй, так нечестно! Ребята, вы видели? Там что-то просто пропало, и мне еще раз сыр нужно будет брать. Смотрите. Это, конечно, ребят, супер круто. Это очень, ребят, классная анимация. Мне очень нравится, по крайней мере. Так, вот так, бежим. Ребят, конечно, жаль, что здесь ничего нет такого интересного. Тут внизу только лава, и нас окружают какие-то шипы, видите? Потом еще висящий сыр и какие-то бобы. Ребят, кстати, вы любите бобы? Я, допустим, не люблю бобы. Эй, а почему я уехала-то? Ладно, хорошо, давайте последний раз. Все, ребят, мы с вами бежим. Так, все. Ребят, давайте мы сосредоточимся только на уровне, то есть мы с вами сейчас 100% его пройдем. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, давайте вот так, все. И сейчас будет батут. Так, оп. И... Так, и все, ребята, мы с вами дошли до сюда. Видите, меня окружают вот такие две статуи.
Видите, вот тут первый мистер полицейский, второй мистер полицейский. Да, конечно, ребят, вот смотрите, какая я маленькая. Да, это, конечно, прикольно. Все, ребят, я стала уже нормальной, как вы видите. И поэтому можем с вами отсюда уходить потихоньку. Смотрите, ребят, тут какая-то лопата. Давайте возьмем лопату, и нам нужно что, раскопать вот это? Ребят, ну это ж так классно. Это, знаете, как в Майнкрафте мы сейчас с вами просто копаем и сейчас найдем алмазы. А вот и наши алмазы, ребят. Ну как я все это и говорила? Я кому-то познала. Так, давайте вот так здесь будем проходить. Ну, конечно, кристаллики прикольные, они очень тут красивые. А это что, ребят, тут что-то уже какие-то лианы, какие-то странные. Ладно, хорошо. Давайте с вами просто так пройдем. А это изумруды, видите, тут алмазы. Тут непонятно что. А, ну ладно. Найдите что-нибудь, чтобы активировать нажимную пластину. А что, мы просто не можем так? А, мы нажать-то можем, но мы не можем просто пройти, потому что... Так, тогда давайте мы с вами возьмем этот сыр. Нет? Все. А там что за кнопка? А это что, мы просто заново начали. Хорошо, ребят, мы с вами проходим через эти лазеры. Видите, то есть мы с вами поставили вот этот каменный сыр, и теперь нам ничего, ну, как бы, не будет мешать. Так, а это что за кнопка? Давайте с вами нажмем. Я думаю, что нам нужно на нее нажать. А, ну, эта кнопка, конечно же, чтобы заработал этот вентилятор. А с помощью этого вентилятора, можно так сказать, мы с вами сможем пройти вот это. Ну все, ребята, отлично! Посмотрите, тут я уже вижу решетку и улицу, наконец-таки. О, ребят, посмотрите, эти камни получаются... Блин. Если там вот... вот я только что упал, я заметила, что эти камни прям держатся на волоске. То есть они 100% бы сломались, если бы я была бы там еще больше. Видите, они все такие поломанные и так далее. Поэтому я понимаю, почему они так двигаются, потому что... Это обозначает, что они скоро упадут. Понимаете? Хорошо. Так, идемте сюда. А это, ребят, что такое? Ну, ребят, я... так. О, ребят, смотрите. Вот как долго я сказала, что я не люблю бобы. Вот так тут сразу такие вот уровни. Бобы еще с шипами. Ну, ребят, бобы с шипами, это нет. Так, ну это будет, знаете, это будет сложно на самом-то деле. Потому что они очень быстрые. Эти бобы, они очень быстрые. То есть, получается, ну... Они очень быстро передвигаются. Так. Так, все. Так, вроде бы первый балку с бобами мы с вами прошли. Так, вторую тоже. Так, и у нас осталось последнее. Вот это вот. Все! Ребят, ну вот последнее мы могли бы умереть. Но, ребят, мы с вами не рассыпались, ничего, поэтому... Ну, это ж хорошо! Так, ну давайте вот через эту трубу идем. Что тут? Лука какой-то. Хорошо, идем. Давай. О! А почему я упала? Нет, я сейчас должна буду бобы проходить. Серьезно? Не-не, бобы. Слава богу, что я бобы не должна была проходить. А чего я упала-то? Тут же вроде бы все понятно. Может быть, не в правильный момент прыгнула. Не знаю, что там. Не понравилось им. Так, а это что, ребят, такое? Это что такое? А, ну все. В принципе, с вами видели, как мы с вами только что вот эту стену просто разрушили. Два клика. О, ребята, посмотрите, как красиво тут. Видите, я сейчас на тарзанке такой лечу. И тут вот, видите, какие-то кости динозавров и так далее. Ну что, вот видите, это тоже какие-то кости динозавров. Так, и тут как раз таки опять две статуи мистера полицейского. Ребята, мне это не нравится. Поэтому давайте проходим. Ой, я там вижу какой-то глаз странный. Да, конечно, ребят, мне очень интересно, что тут как бы будет внизу лава. Вот знаете, я еще думала, что сейчас эта сетка просто сломается. И, ну, не знаю, ну просто сломается и все. Ну, такое же могло теоретически произойти. Смотрите, ребят, это что, можно с вами взять такой глаз? Это же классно! А начать бой? А, то есть я буду соревноваться против этого супер абсолютной силы злы... Что?
Ребята, я сейчас реально против этого глаза играю. Видите, я должна в него просто стрелять. Так, давайте вот так. Поднимаемся. Где тут глаз-то? А как мне его убивать-то? Я не понимаю, как мне его убивать. О, боже мой, ребят. Это, конечно, очень забавно убивать такой глаз. Ой-ой-ой-ой-ой. Он какую-то суперсилу начал. Так просто мне в него нужно стрелять. В принципе, ничего-то и сложного. Как только он меня задевает, то все. И что у него сначала? О, нет, ребят, посмотрите, как это на самом деле будет легко. То есть, если он, то есть, у него как бы жизни-то остаются. Не задевай ты меня, глаз! Ой, ребят, я еще, знаете, переживала, что меня этот глаз еще заденет. Или что-то такое. Ну все, ребят, давайте сюда поднимаемся. Ой-ой-ой, блин, этот глаз прям в мою сторону шел. Это, конечно, ребят, очень забавно соревноваться против такого глаза. Давайте начинаем. Так, давайте вот так стреляем в него. Все, вот, вот так идем. Продолжаем стрелять. Блин. Сейчас, все. Так, где он? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это что за суперсила-то? Увидел его просто как-то. Так, все, давайте вот так. И, ребята, мы победили с вами этого глаза, видите? Он только что, я не знаю, чей это глаз. А, кстати, ребят, может быть, это глаз мистера полицейского? Ну, не знаю, ребят, это только мои мысли и так далее. А вот уже и выход, ребят, мы с вами вышли из этой сумасшедшей тюрьмы. Ну, ребят, и слава богу. И слава богу, вот серьезно говорю. Дайплейс понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Но видите, ну пока, переходите в следующее мое видео. Увидимся там.